В рамках национального проекта образования наш ВУЗ проводит конкурсно-образовательный проект для волонтеров Челябинска. Одна из главных целей – привлечь новых студентов к волонтерской деятельности. Раньше проект носил название «Челябинск. Город добрых сердец», но сейчас ему решили дать новое имя – «Юность». Привлекаем 350 обучающихся образовательных учреждений города Челябинска к волонтерской деятельности, в том числе участие в крупных мероприятиях нашего университета, таких как «Вальс Победы», например. Для всех участников «Вальса Победы» будет возможность зарегистрироваться на данное мероприятие на сайте Добро.ру и тем самым получить волонтерские часы и благодарности от администрации города Челябинска. Проект «Юность» будет длиться на протяжении 7 месяцев. Он включает в себя большой образовательный блок, выезд в студенческий оздоровительный лагерь «Олимп» для лучших участников волонтерской организации и конкурсные испытания, которые начнутся в октябре.